Сегодня в рамках конференции ГЛОНАСС ГНСС форум мы делали доклад по проблематике установок монтажа оборудования в нашей сфере. Основная проблематика заключается в вопросах качества монтажей и наличия хорошо обученных специалистов в этой отрасли. К сожалению, на сегодняшний день рынок сложился таким образом, что специалистов в отрасли именно монтажа оборудования очень мало. Поэтому приходится компаниям-операторам часто и густо привлекать далеко не квалифицированные кадры. Да, безусловно, с экспозицией мы ознакомились, много интересных увидели вещей, в общем-то, которые мы сможем использовать и в своей деятельности. Благодаря увиденному мы сможем в каких-то вещах расширить свои услуги, поэтому выставка довольно полезная и интересная. Части считаем полезным, поскольку проблематика была затронута. Будем надеяться, что общественность ее услышит. И в рамках форума, возможно, мы в рамках ГЛОНАСС ГНСС форума, возможно, мы сможем продолжить деятельность по организации этих процессов. Именно вот в плане качества установок, монтажа и оборудования.